И вот Путин, вы помните, предложил на днях заменить Википедию более достоверным аналогом, и тут его все критикуют на эту тему. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Если бы он не был дураком конченым, этот ваш Путин, да, то он бы, наверное, давно бы создал еще в начале там 2000-х свою Википедию, да, свою такую контролируемую группу соответствующую создал, причем подтянул бы работающих в институтах различных, проплачивал, чтобы они это модерировали, каждый по своему направлению, физики физику, математики математику и так далее, то есть эксперты, чтобы были разных, в разных областях, он бы контролировал эту систему, ну, хотя ее нельзя контролировать, конечно, но был бы, по крайней мере, в теме. А теперь он Википедию хочет большой советской энциклопедией заменить. Понимаете, какой придурок? Он даже не понимает разницу в Википедии, в которой участвуют все, вообще все. И большая советская энциклопедия, где участвуют только те, кому заплатили бабки, и они там пытаются как-то поменьше работать, побольше получить. Просто вот, я не знаю, что, Черномырдин умнее был. В России разрабатывается квантовый компьютер, на создание которого собираются потратить 24 миллиарда. Обхохочешься, можете себе представить. В России квантовый компьютер. Это вообще о чем? Ну, 24 миллиарда распилят. Это приятная сумма, конечно, для путинских. Квантовый компьютер, конечно, привезут из Китая. Ну, может оказаться, он на лампах, этот квантовый компьютер. Ну, такая разница. Деньги-то распилят. Я думаю, поделятся с теми, которые будут его принимать. И вот обратите внимание, то же событие 7 ноября сегодня произошло в Ингушетии. Была угнана машина, которая принадлежит детдому. И телесюжет был запущен о том, что вот угнали у бедных детишек автомашину. Что сделали разбойники? Они вернули машину. Можете себе представить, то есть у нас масса детей, которые в детдомах умерли от голода. Если вы помните, в Свердловской области в 12 или в 11 году 27 человек детей умерло от голода, детей-инвалидов. То есть власти и прислужники властей не гнушаются последнее забрать у детей. Почему? Потому что они хуже преступников. Это предатели своего народа. Это ушлепки. Смотрите, вот реальные преступники. Обычный криминалитет. Угнали машину. Ну, ладно, что там. Детишка она, ну, нафиг. Как помните, советский период, когда говорит, там, а ну-ка стой, а ну-ка иди сюда. А ну-ка, говорит, снимай пальто. Да, ну, у меня без подкладки. Без подкладки. Коля, посмотри. Правда, без подкладки. Ну, шапку снимай. Так она у меня из искусственного меха. Коля, посмотри. Правда, из искусственного меха. Ну, деньги давай. Да нет у меня денег. Вот 10 копеек тут у меня на проезд. Коля, посмотри. Правда, 10 копеек. Ну, что ж ты такой бедный? Да я ж студент. Коля, дай ему еще 10 копеек. Вот это так рассуждает криминалитет, понимаете? А вот так рассуждают чиновники, которые обворовали всех.